Бывший игрок сборной России решил поделиться с поклонниками воспоминаниями о жизни со второй женой. По словам спортсмена, он очень хотел ребенка от Ольги, но та была не настроена становиться матерью. То, что взгляды пары на семейную жизнь не совпадали, в одном из главных аспектов, вносило диссонанс в их отношения и иногда приводило к конфликту интересов. Свою лепту усугубления ситуации внесла сестра Ольги Бузовой Анна. Перед очередным отпуском, который пара планировала провести на Мальдивах, бизнес-вумен вызвала Тарасова на личный разговор. В ходе общения родственница супруги футболиста заявила, что ему бы стоило повременить с планами на рождение детей. Анна Бузова посоветовала спортсмену предохраняться во время отдыха на островах, чтобы дать жене отдохнуть от попыток зачать наследника. По словам Тарасова, такой разговор глубоко его ранил. Звезда спорта отметил, что от неуместных советов сестры Бузовой ему стало не по себе. Ведь он представлял семейную жизнь совершенно по-другому.